Итак, на поляне два вертолета 700-го класса, два Терекса, два пилота Санкт-Петербурга. Дмитрий Милюханов и Дмитрий Грудецкий. Парный полет. Редкий полет не только для Новосибирска, но и для, я думаю, всей страны. Напоминаю, что Дмитрий Грудецкий, чемпион хелимастерса в номинации «Полет под музыку». Дмитрий Грудецкий слева, справа Дмитрий Милюханов, посередине Роман Баев. И после того, как ребята закончат свой полет, репетиция как раз будет завершена. Мы, так не мы, а судьи объявят результаты по конкурсу новичков. Так что осталось ждать совсем немного. И, соответственно, награждение. Нам обещана интрига. Даже ни я, ни Артур, ни Виктор, никто не знает, какое решение приняли судьи по награждению в номинации «Пилот-новичок». Зрелище! Два 90-х вертолета! Представьте себе, если бы они тренировали бы, летали вдвоем, то какая была бы симметричность и точность. Да, ребята, да, дорогие коллеги, наблюдаем, восхищаемся. Прекрасный полет. Представьте, тот, кто управляет моделью вертолета, представляет, как сложно наблюдать за ней одной. А когда ты пытаешься согласовать еще и полет с другим вертолетом, это неимоверно сложно, это очень тяжело. Ребята, это как в танце брейк-данс. Я слетал, потом ты. Посмотрим, кто круче. Грудецкий. Вертолет Милюханова пока еще на земле. Милюханов поднял свою машину. Его полет. Thank you.
Дмитрий посадил, поднялся Дмитрий Грудецкий, его машина в воздухе. Вертолеты внешне похожи. Ох! Немножко подправил он полосу. Дима, мы сами подвижем потом, сами. Не докосили мы. Недоработки в нашей работе устраняет Дмитрий Грудецкий. Справа тоже, видимо, плохо скошенная полоса. Вау! Да. Дмитрий Милюханов тоже обратил внимание, что высокая трава, высокая. Опять вертолет Дмитрия Грудецкого в небе. А, крупный вертер впервые, это не зрелищно, зрелищно. Вторая машина в небе. Что снимать? Куда направляет объектив? Ой, что-то будет! Неужели парная авторотация? Выключены моторы! Вертолеты идут в авторотации одновременно. Эх, браво, прекрасно! Шквал аплодисментов. Спасибо, ребята.